Друзья, всем привет! Долго я не рыбачил, был у меня вынужденный перерыв в рыбалке, потому что после отмены всяких этих ограничений пришлось выйти на работу, ударно потрудиться, навалилась работа. Но при первой возможности, как говорится, я уже опять иду на речку, на Оку. Что у нас на Оке? На Оке у нас все еще высокая вода, но постепенно падает. И я сегодня решил открыть спиннинговый сезон, то есть половить на спиннинг. Потому что уже неделю как закончился нерестовый запрет, все уже давно ловят. А я еще ни разу не сходил, не половил. Поэтому взял сегодня спиннинг и буду ловить окуней, потому что хочется в первый день не пролететь, а увидеть поклевки, подержать рыбу, а это самая проверенная рыба, это окунь. И из оснасток самый проверенный, это отводной, поэтому буду сегодня ловить на отводной поводок окуней. Вот такая у меня сегодня рыбалка намечается. Так, ну вот уже дошел до самой реки, спускаюсь вниз. Посмотрим, какой уровень и можно ли будет пройти вдоль берега. Ну что же, вода ушла, вот вода вот здесь аж была, вот коричневая, вот она грязь, аж вот до сюда была. Сейчас ушла значительно ушла, вот здесь уже, но еще где-то метр. Полтора в подъеме. Вода такая коричневая, грязная. Так, сейчас пойду вдоль берега, но здесь вот здесь-то я вот пройду, а дальше похоже нет, там дальше кусты и вдоль берега я, наверное, не пройду. Сейчас попробую. Не удалось мне пройти по берегу до своего заветного места, поэтому придется мне опять, как в прошлый раз, пробираться через бурелом и чищобу. Ну что, не в первый раз, пройдем опять вперед. Так, ну вот наконец-то пробрался я. Почти уже к реке, вот уже река, заветное местечко. Хотел пройти сначала по берегу, но не получилось мне по берегу, потому что, ну, сами смотрите, кусты как висят, здесь я не прошел бы по берегу. Вот, берег все еще затоплен, здесь трава, ну вот кусочек сухого берега есть, сейчас я здесь вещи разложу. А сам буду рыбачить вот в этих камышках. Благо, у меня сегодня есть хороший добротный костюм. Вот. Сейчас разложу спиннинг и начну рыбачить. Так, ну вот, видно, собрал я спиннинг, смонтировал оснастку. Сейчас вкратце расскажу, как у меня устроено. Основная леска у меня плетенка 0,12 шнур. На конце шнура я привязываю вертлюжок с карабинчиком. Вот, и на него вешаю, на этот карабинчик, два поводка. Нижний поводок сантиметров 20 из лески, где-то 0,25-0,3. И на конце грузик. В данном случае пока я поставил вот такое вот удлиненное копыто 22 грамма. Эта леска должна быть, у нее разрывная нагрузка чуть меньше, чем у плетенки. На тот случай, если зацеп случится, чтобы оторвался грузик, а леска с карабинчиком осталась на месте. И второй поводок я вешаю из обычной лески 0,2, это для приманки. Длиной где-то метр, метр двадцать. На конце небольшой офсетничек, на окуня будет то, что надо. Вот, и если у меня случается зацеп, то отрывается что-то одно. Или приманка, или груз. Не все сразу.
потому что зацепы довольно часты, не хочется терять всю оснастку. Вот, сейчас поставлю приманочку на офсетник и попробую половить. Так, а из приманок начну сегодня использовать вот такие вот приманки. Какая-то фирма Milmax какая-то. Почему? Обычно я использую здесь, у меня любимые от Фанатика. Это слаги от 2 до 2,5 дюйма. Вот, но зайдя в магазин, не было там их, а зато были какие-то вот другие. Ну, думаю, возьму, что попробую. Тем более, вода мутная, вот такой провокационный цвет. Вот, приманка силиконовая, верховка 2, цвет зелено-оранжевый. И еще вот коричневые такие взял, виноград называется. Ну, и главное, они пахнут так, фу, сильно прям рыбой. Хочу попробовать. Размер у меня, по-моему, да, 2 дюйма. Как раз то, что надо на окуня. Сейчас вот подсажу его и попробую, как будет окунек на них брать или нет. Так, все, оснастил крючок приманкой. Насадил вот эту вот яркую рыбку. Пока насадил способом со спрятанным жалом. Потому что не знаю, как с зацепами будет, пока спрятал, прижал жало к телу приманки. Так, меньше зацеп. Ну, правда, исходов больше. Ну, попробую пока там, а там, так, а там видно будет дальше. Так. Ловить, конечно, здесь не очень удобно, потому что, во-первых, в воде ставить приходится, во-вторых, сзади кусты. Сейчас я буду кидать. Одно неверное движение, и приманка будет висеть на кустах. А дальше не зайдешь, там уже глубоко. Вот так, так попробую вот здесь. Вот так вот. Вот на этом месте я в прошлом году успешно ловил окуня. Посмотрим, как в этом году, есть он там или нет. О, ребят, вроде была поклевка. Есть! Нет, сошел. Не пойму, то ли это был зацеп, то ли окунь. Но какая-то жизнь есть там точно. Так, ребят, поклевки есть, но не засекается. Вроде зацепов там особых нет, поэтому сейчас насажу другим способом. Сейчас я вам покажу. Просто я протыкаю приманку возле головы. Жало крючка свободное. И обычно хорошо рыба засекается. Сейчас попробую. Таким образом. Села, ребята. Села рыба. Здесь еще чем плохо. Метров 20 от берега трава. И когда вываживаешь, рыба туда заводит. А вот то раз удалось нормально вытащить. Во какой, смотрите. Отличный окунь засекся. Вот такой. Ну вот поставил по-другому приманку, насадил, и тут же поклевка уже не холостая. Сейчас попробуем отцепим. Так. Ох, как сбоку засекся. Не отцепишь. О. Вот такой окунямбур. О, как. Эх, чуть не убежал. Хотел показать вам, а он норовит убежать.
Да что ж такое-то? Вот он какой. Молодец, пользуется моментом, чтобы сбежать. Во, вот так хорошо позирует. Так, сейчас мы его в садок положим. Сегодня буду рыбу собирать в садок. Потому что окуней можно покоптить, а копченых окуней у меня все любят. Да и я, в принципе, тоже люблю. Вот. Сейчас какую-нибудь палочку срублю и воткну ее и садок сделаю, чтобы не уплыл. А проводку я делаю, ребят, такую подергивание, то есть такими вверх удилища, один или два раза. Вот так. Раз, два, раз. Окунь хорошо реагирует. Но иногда, может быть, не дергать и не надо, а просто бывает, что вот просто чуть-чуть подмотал, еще чуть-чуть подмотал. Ну, то есть по-разному пробовать надо. Что ему сегодня нравится. Как правило, если окунь активный, он вообще берет на любую. А вот если капризничать, тогда надо подбирать игру приманкой. Вот, ребят, если бы обратили внимание, я сегодня в таком здоровском комбинезоне, что вам видно, от фирмы Nordmann. О, он из неопрена, то есть очень теплый, такой легкий, удобный. Конечно, не для такой жары, но на все случаи жизни. То есть можно стоять, сейчас вот уже ближе к вечеру попрохладней, в нем нормально. Но это не мой комбинезон, это мне зять любезно разрешил попользоваться. Зятю мне повезло, он тоже любит рыбалку, поэтому в этом плане здорово получилось. И он довольно редко, у него работы много, а редко выбирается на рыбалку. Поэтому вот я пока имею возможность в этом комбинезоне порыбачить. Ну что, продолжим. Ловлю такими подергиваниями. Одиночными, двойными. Мне кажется, что на такую проводку хорошо. Окунь реагирует. Вот он сидит. Сидит, ребята. Только я сказал, и он сел тут же. Далеко взял. Почти на полном выбросе. Метров 50, наверное. Ух ты! Неплохой. Упирается здорово. Сейчас посмотрим. О, как гнет спиннинг. Так, ну здесь вот у берега трава, опасно, может сойти. Сейчас посмотрим. Ух ты, какой окуняра. Вот он, ребята. Ну, показалось, конечно, что супер, но сопротивляется достойно. Вот. Такс. Вот опять на кислотный. Яркий взял. Вот такая вот рыбка. На нее берет неплохо. Вот он окунь. Какой красавчик. Так, копилочку его. Ой, мошка жрет, зараза. Сейчас надо что-то одевать уже. Сейчас зажрет так, что весь спухнешь. Так, сейчас еще разочек. Кидаю прилично. Наверное, метров 70.
Вот плюхает рыба в кустах. Наверное, голавль гоняет. Так, вот сзади кусты. О, чуть неверное движение и приманка на кустах. А дальше не зайдешь уже глубоко. Поэтому здесь никто не ловит, кроме больных рыбаков, типа меня. В основном народ на лодках. Ну и в местах, где... Вот он сидит уже, блин! Вот это клев. Только забросил, уже сидит. Но этот помельче. Сначала поупирался, потом что-то как-то легко пошел. Сейчас глянем. Катушечку смазал, хорошо крутится, а то совсем плохо крутилось. Вот под берегом сдал, упираться стал посильнее. Приятно так. Вот он. Ну, в принципе, такой же, как предыдущий, стандарт. Ну, пока берет на вот эту кислоту, будем на нее и ловить. Так. Так. Сейчас еще по тому же адресу зафигачу. Прям потянул так. То есть не удар, а подтяжка такая. Тун. Как на удочку. Ну, что-то это совсем едет как по маслу. Дрын-дрын, наверное, совсем мелкий. Ну да, мелковат. Ну, вот такой вот некрупный. Такого даже, наверное, я отпущу. Плыви, нагуливай вес. Так, ну что ж, продолжим рыбалочку. Главное не зацепить за кусты. Место, где я ловлю, здесь такое, здесь обширный миляк такой, практически до середины реки. Глубина летом 1,5 метра всего. Ну, сейчас при подъеме воды, наверное, 2-2,5. Ну, не больше 3. И на этой миле есть ямки такие с перепадом 0,5 метра, чуть больше. И вот на этих перепадах стоят стаи окуней. Не крупный, правда, но зато стайный и много. Можно, если попал, нашел на точку, то набить можно прилично. По крайней мере, не скучно. Стоишь, ловишь. Ну, надо найти еще. Нащупать. В этом же месте. Ну вот этот такой нормальный, побольше. Берет, по-моему, четко в одном месте. Главное попасть туда. Ох, как я соскучился по этим поклевкам, как по этим потяжкам. Последний раз я так ловил прошлым летом. Осенью. Ух ты, в траву завел. Зараза такая. Что-то я не пойму, то ли трава понавешалась, то ли что-то большое сидит. А, трава понавешалась. Ну вот, покрупнее окунёк-то, покрупнее. Приятный. Весь такой прогонистый, метавший икру, выполнивший свой отцовский материнский долг. Вот он какой.
то были они все пузатые такие, а сейчас длинные. Так, пока ловится, будем ловить. Четко берет в одном месте. Когда кидаю перпендикулярно берегу, сносит градусов на 45. И поклевка. Практически вот уже 10-й или какой заброс. И, по-моему, только одна холостая. Остальные все результативные. Вот что значит нащупать место и окунь активный. Тут более-менее, по-моему, сейчас посмотрим. Да, о, побольше. Вот такой вот. И взял как надо. Хорошо цепляется. Вот он. Текс. Так, сейчас попробую против течения кинуть. А то окунь прям стандартный. Может, там и покрупнее есть чуть-чуть. Ты, вот тебе и кинул. Тут же зацеп. Лучше бы не кидал. Всего минус одна приманка. Так, как говорят, от добра добра не ищет. Причем оторвал не приманку, а грузило. Видно, коряга там какая-то была. Да, сейчас придется перевязаться. Так, перевязал приманочку. Точнее, не приманку, а груз. Сейчас посмотрим, рыбка на месте или нет. Так, да, кусты, конечно, сильно осложняют ловлю. Народ на лодках рассекает. А мне как-то тяжело в последнее время лодку доставать. Здоровья нету, тяжко. Поэтому пока с берега половлю. Лодку в основном я... Да, окунь на месте, вот он. Опять сидит, дежурный окунь. Ну, такой не очень крупный, судя по сопротивлению. Все равно приятно, когда клюет. Особенно когда долго, если не клевало, потом поклевки одно за другой, сердце радует рыбачье. Ну, такой некрупный. Так, ну, как говорится, рыбачья душа неугомонна, поэтому, несмотря на хороший клев, сейчас попробую другую приманку поставить. Для чего? Для того, чтобы проверить, будет ли брать на другой цвет, во-первых. Во-вторых, может быть, покрупнее что-то будет, а то как-то размер уж очень мелковат. Так, сейчас попробую другой цвет какой-нибудь поставить. Ой, еще майские жуки летают до сих пор. Сегодня уже 18 июня, все еще из-за этой погоды долбанутой майские жуки до сих пор вылетают. Так, ну что я могу сказать, ребят, приманка имеет значение. То есть садил вот другую, и тут же поклевки прекратились в одночасье. Еще вот так ее насадить,
Просто игра не нравится. Или цвет такой, что в мутной воде не видно. О, сидит. Значит, надо было насадить правильно приманку. Видно, я ее как-то криво сажал, и приманка мало походила на малька. Ух ты! Упирается-то, блин, в траву, что ли? Не пойму. Что-то прям гнет так спиннинг конкретно. Да что такое-то, а? Ну, хороший окунек. Покрупнее приманка и окунек. Покрупнее не намного, правда, но все-таки. Ну, так сбоку сел, так хорошо засекся. Так, сейчас мы его. Во какой. Нормальный. Так, копилочку его. Так, вот мне там, если нет зацепов, то я насаживаю, просто протыкаю поперек рыбку. И все. Цепляется очень, во-первых, она идет хорошо. То есть прям за крючком ровненько. Во-вторых, крючок торчит здорово и сходов практически нет. Засекается рыба очень хорошо. Ну а если зацеп, то, конечно, там без вариантов. Там надо прижимать крючок к телу в приманке, иначе замучаюсь отрывать. Так. Поклевки где-то, вот я кидаю перпендикулярно, как сносит градусов на 45. Вот там в основном все поклевки случаются. Вот где-то здесь. Берет и на естественную раскраску, но все-таки не так активно. На кислоту брал прямо сходу. Только закинул и сидит уже. А тут нет. Ух ты, потянул, как хорошо, приятно. Ну, тоже берет неплохо. Если берет, то берет, это я уже много раз замечал. Что-то как-то быстро сдался. Сейчас посмотрим, какой размер в этот раз. Такой стандартный на сегодня, 100 грамм плюс. До 200 не дотягивает. Ну, может, почти 200. Такие вот окошки сегодня берут регулярно. Уже сбился со счета, сколько я их поймал. Так. Блин, вот только лодки мне еще не хватало. Идет прямо на то место, где я ловлю. Вот сволочь, а. Прямо вот точно по моей точке идет, а? Оп, сел что-то прям у берега, пока я там глагольствовал.
Ну, что-то нормальное. Ух ты. Блин, в траву, зараза, идет. Сошел, что ли? Да, блин. Блин, друзья, жалко так. Что-то было хорошее. Завел в траву. И вытащил я одну траву. Рыбы нету. Жалко. Хотелось бы посмотреть, кто там был. Наверное, окунь хороший. Хотя у берега, может, и другая рыба какая крутится. Приманка маленькая, может, кто угодно взять. И голавль, и ясь, щучка, судачок. Все что угодно. Их ты. Зараза какая, а? То есть прям это жует и жует приманку, но не зажевывает. На закончик хватает, дергает, дергает. Наверное, мелкий, скорее всего, окунь. Или не голодный. Так, вот смотрите, ребят, поставил я от фанатика ларву, так называемая, такая, как бы личинка стрекозы, где-то 2,5 дюйма, потому что слагов у меня нету от фанатика, не было в магазине, а ларву я нашел, но бывает, что на ларву даже лучше берет, сейчас попробую. Кусты. Ну, почти правильно кинул. Посмотрим. Есть. Сидит, ребят. Сидит окунёк-то. На лару уберет. А может, подошел просто. Хрен знает. До этого менял разные приманки. Поклевок практически не было. На лару с первого заброса. Вот такой вот. Не крупный, но тем не менее. Что ж такое? Сегодня у меня спиннинг прямо из рук валится. Так. Туда его в садок. Так, продолжим. Вот он. На ларву взял. Значит, личинка стрекозы нравится окуньку-то. До этого где-то 3-4 разные приманки ставил. И ни одной поклевки. Тут поставил ларву и, пожалуйста. Так. И такой окунек неплохой, вроде в траву ведет. Хитрый. Так. О какой. Ну, конечно. Ой, твою мать, а. Черт. Спиннинг в воду уронил. Катушки так у меня не очень. Уже как вода зальется, так вообще. Надо будет, наверное, полностью разбирать, чистить. Так, ну ладно, этого пока посадим, там дальше посмотрим, какие помельче отпущу, какие крупнее, может, возьму. Так, значит, на ларву все-таки есть поклевки. Так, продолжим тогда на ларву. Эх, были еще две поклевки. Ближе к берегу, но опять мимо.
это уже трава пошла. Как трава пошла, надо выматывать, потому что здесь бесы. Так. Но окунь взял тоже не сразу, не с первого раза. То есть была сначала поклевка, потом... Вот, вот еще. Так, не пойму, сидит что ли? Ну да. На этот раз помельче вроде. Ну вот окунек, значит, подошел. Да не, вроде такой нормальный. Тут лодки все плавали с моторами. Глубина там небольшая, видно, все распугали. А сейчас вот успокоилось, никто не плавает. И пошли поклевки вроде. Так, главное не сглазить. Опять, так. Кто у нас тут? Окунёк, вот этот хороший. Покрупнее. Опа. Всё-таки села. Ну, очень неактивно берет, буквально. Осторожно, осторожно. В траву опять пошел, пошел в траву. Знает, куда идти-то. Ух ты, блин. Еще сошла или нет? Да? Блин. Обидно. Заходит в траву и все. Пердык. Сейчас грузил поменьше поставлю. Потому что с этим грузилом, даже если есть поклевки, то не удается вывести рыбу. Опять у берега взял. Так, надо поднимать выше. Блин, чтоб траву не завела. Вот он. Их, опять отвалился. Блин. Да что ж такое-то, а? Как-то он неудачно здесь в траве берет. Пошли сходы сплошные. Ну что, друзья, хорош на сегодня. Буду заканчивать. Нормально половил. Надо и честь знать. Все. Будем собираться. Так, ну что можно сказать по обстановке на Оке на сегодняшний день? Вода потихоньку уходит. Не так быстро, как хотелось бы, но все-таки. Немного просветляется, уже не такая грязная, как была. Вот, рыбка поклевывает. Окунь берет, но как-то неоднозначно. В общем-то, неплохо. Когда я пришел, вообще брал отлично, как из пулемета, подряд. Потом начал капризничать, пришлось менять приманки, менять цвет. Грузило менять, проводки. Но он реагировал, то есть были поклевки. Под конец все меньше и меньше, и вообще сошли на нет на полностью, то есть вообще даже не по тычке. Последние полчаса было совсем мертвым. С чем связано, не могу сказать, может быть, просто с временем суток. Вот, так что окунек клюет, все нормально, поклевки почувствовал в руку, это здорово. Ну теперь не знаю, наверное, либо пойду на белую рыбу, уж очень она плюхается там в кустах прибрежных. Либо, если здоровье позволит, соберусь на лодке на хищника. Ну, посмотрим. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч на новых рыбалках. Всем пока!